23 роки він здійснив революційний прорив в музиці і змусив говорити про себе весь світ. Його перший виступ поставив на вуха всю країну. Це лучше виступлення сьогодні було із всіх, хто виступав, це було лучше. Вже півсторіччя його голос змушує мільйони шанувальників затамувати подих. Для любого вокаліста тільки фамілія Грацький – це потолок, можна сказати, так. Да. Це фантастика. Він багато років чекав на шанс, який змінить його життя. Їхні шляхи перетнулися на X-Factory. Віктор Романченко зараз вийде. Романченко Віктор. Если закрыть глаза, совершенно ясно, что это поет человек из хард-рока, понимаешь? А открыть глаза, стоит нормальный парень, понимаешь, коротко стриженный, в рубашке какой-то и в штанах, понимаешь? Мне это как раз больше понравилось. Это встреча личностей, несомненно. Ну, это будет крайне интересно. Человек, чье имя уже стало легендою. Это самый опытный из всех приглашенных звезд к нам. Самый опытный. Та чоловік, який живе мрією про велику сцену. От це і є революція. Сьогодні вони співатимуть разом. Віктор Романченко. Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. Первый тайм мы уже отыграли.
в небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в Севера. Олександр Градський на сцені шоу «Х-фактор». Добрый вечер, Олександр. Честно говоря, я слушала ваш дуэт с открытым ртом. Это просто дыхание опасно. Перехватывало. Очень опасно открывать рот в темноте. Олександр, еще во время визита к Сереге вы отметили для себя Виктора. Да, что, мы... скажете о нем сегодня? Видите в нем потенциал победителя? Я не имею права такие вещи говорить. Вы имеете? Нет. Мне просто очень понравилось то, что за то время, пока я его не видел, он, во-первых, приобрел некий, скажем так, опыт, это раз. А сегодня у нас было три дубля, ну, репетиции, мы раскидывали, кто поет какую строчку, и вот за три дубля... За время этого общения я считаю, что он даже за эти 15-20 минут поработал сильно над собой. Мне кажется, что если он будет так дальше продолжать, у него будет все хорошо. Спасибо огромное. Виктор, я бачила, як в очікуванні цього виступу ти хвилювався, адже мріяв колись заспівати з Олександром дуетом. Як почуваєшся зараз? Честно говоря, я уже Александру Борисовичу говорил, что я эту песню хотел спеть еще на визите к судьям. На первом визите к судьям я хотел спеть эту песню, когда мне отказали. Я думаю, почему мне отказали эту песню петь, не мог понять. А потом, когда познакомился с... Думаю, это же сам Александр Градский. Спасибо, что не дали мне песню петь. Молодец, сегодня ты молодец, мне кажется. А вообще, петь с легендой русского рока, это фантастика, честно. Большое спасибо. Дякую, Витя. Спасибо. А знаете, у Виктора есть еще одна заповітна мрія. Почути своє ім'я сьогодні під час оголошення суперфіналістів. І тільки вам, шановні глядачі, вирішувати, чи справдиться це бажання Віктора. Тож, якщо ви не хочете, аби його шлях у X-Factory закінчився за один малесенький крок до мріяного, пам'ятайте, вимагається від вас зовсім небагато. Після того, як я оголошу про відкриття ліній для голосування, просто телефонуйте 0900-102-005 та відправляйте смс із кодом 05 за номером 7766. Олександр Борисович, Витя, спасибо вам еще раз. Это выступление сцены X-Factor'а запомнит надолго. Виктор Романченко и Олександр Градський на сцене X-Factor'а.